В законодательном собрании Ульяновской области сейчас обсуждаются последние нюансы бюджета региона будущего года. Каким он будет, каков будет профицит, каков будет дефицит, расходные и доходные его статьи. Все это слишком сложно для обывателя, однако не интересоваться этим нельзя. Ведь будущий бюджет – это и наши с вами зарплаты, и социальные выплаты, и многое другое прочее. Сейчас обсуждается бюджет. На чем может заработать регион и на что эти деньги прежде всего нужно тратить вот, в современной нам действительности? На что тратить-то всегда найдется. Это, я думаю, здравоохранение в первую очередь. А вот на что заработать, на чем заработать, вопрос хороший. Можно было бы сказать туризм, но сейчас, сами знаете, какое время. Так сходу я даже, наверное, не смогу ответить. Наверное, только вот на пенсию пенсионерам. Ну, на благоустройство, может, еще нашего города, чтобы просто как бы было интересней, красиво в городе. Вот и все. Ну, прежде всего, конечно, на здоровье. Потому что лекарства дорогие. Принимают нас очень мало врачей. Уделяют нам мало внимания. Многих врачей не хватает. Я, конечно, не жалуюсь. Это понятно. Но хотелось бы, конечно. На зарплату бюджетникам потратить. Это я могу сказать. 10 тысяч – это не деньги. Я получаю 10. Отдав, так сказать, 30 с лишним лет. Куда тратить? Ну, наверное, на развитие городской среды, во-первых. Во-вторых, наверное, рабочие места. Это самое главное. Мне-то уж не грозит на пенсии, а молодым, им, конечно, это нужно. Спасибо. Ну, можно социальные, да, выплаты потратить. Например, вот. Например, на людей заболевших. Вот, спасибо. Конечно, на социальную жизнь, чтобы людям жилось лучше. Вот, лекарства, может, подешевле были. У нас медицина главное. Ну, образование, естественно. Чем наша область может зарабатывать и куда эти деньги следует тратить вот в будущем году, на какие расходные статьи прежде всего? На социалку. Ну, мне кажется, только на машиностроение только. А так я даже не знаю, на чем. Вот я просто связан с машиностроением, только на этом, кажется, и все. Больше я не знаю, на чем еще можно. А потратить? Ну, потратить, если по-хорошему, но от проблемы с жильем. Это что много дольщиков обмануты. Это самое первое очередь. А так, школа вроде нормальная, садики нормальные, больница у нас все нормально. Вот я считаю, что в первую очередь это обманутые дольщики. Помогать, наверное, сейчас малому бизнесу надо, потому что терпит крах, особенно общепит. Я считаю так, что нужно помогать бизнесменам. Я думаю, на медицину на больше надо в будущем году. А вот где зарабатывать эти деньги, я затрудняюсь ответить. Я не в курсе, как предприятие работает сейчас. Заработать на чем? Ну, у нас же были заводы, ну, то есть какая-то фабрика и сельскохозяйство по району, во всяком случае по области, есть какие-то фермы или как они их называют. Ну, а потратить, не знаю, как обычно. На социальные необходимости, скорее всего.